Справа от меня стоит чемпион лиги ACB в среднем весе Альберт Дураев. Альберт, поздравляю с победой. Это была очень уверенная победа в доминирующем стиле. И первое, что хочется у тебя спросить, я не знаю, как ты ответишь, но ты реально был выше на голову своего оппонента. Расскажи, как так получилось, это какая-то новая у тебя подготовка была? Или что, вот, на твой взгляд, настолько перевесило в твою сторону весы вот эти? Спасибо. Действительно, мы очень много чего изменили в плане подготовки. В плане весогонки, диеты. Вот. В принципе, мы так и рассчитывали, что будем доминировать во всех аспектах. Мы хотели в первом раунде вот так вот чуть пропотеть, чуть-чуть пробить и с рук, и с ног. Потом, если он выдержит эти удары и переводить его в партере, закончить бой в партере. Ну, я тренерам секундантов, в принципе, все были в курсе, что я могу его пробить с ноги. Я сказал, если 2-3 лова я пробью, он сядет. Такая была задумка. Вот. К Василевскому только уважение. Вот. Альберт, я видел твои бои в 77 килограмм, и я помню всегда, как ты мучился из-за весогонки, но сейчас тоже мне показалось, что ты выходил достаточно изможденным. Расскажи, как вообще проходило, и все-таки 84 твой вес, или, может быть, 93 уже стоит попробовать? Вы знаете, да, действительно, я очень много соблюдал диету на этот бой. Я приличную массу набрал, чтобы выступать в этом весе. Нет, я сейчас ничего менять не буду. Я жду более серьезных вызовов. Посмотрим. Пока что ничего не менять не будем. Ты говоришь о более серьезных вызовах. Расскажи, 84 килограмма в ростере лиги ACB. Кто это? В ростере пока я не вижу, но мне нужен хороший топ. Да. Если мне поставят этого поляка, который сейчас является претендентом, никаких абсолютно проблем нет. Я думаю, что уже со стороны даже это видно. Вот. Это просто будет для меня денежным боем. А будет что-то другой соперник, я буду только рад, если уровень выше будет. Когда ты планируешь вернуться к тренировкам, и вернувшись к тренировкам, когда захочешь просить бой у руководства? Я после января только вернусь. У меня сейчас брат должен выступить через 2 недели. Я его подготовлю. Но сам тренироваться не буду. Я только после января, наверное. Ну, как скажут, будем готовы. Сегодня был очень смешной случай. К твоему брату подошла девушка, у него кофта была, Альберт Дураев, и она была с бокса, по-моему, или с матча, того не знаю. И она стала брать интервью, она подумала, вау, я типа выцепила Альберта Первого. Стала у тебя брать интервью, но потом твой брат сказал, что это не ты, а он. Да, он мне рассказывал. Альберт, если просто абстрагироваться от ростера ACB, расскажи, 84 килограмма, есть ли какой-то боец, независимо от организации, в которой он выступает, которым было бы тебе интересно провести бой, может быть, какой-то бой мечты, что-нибудь вроде этого? Вы знаете, мне абсолютно все равно, кто это будет, если кто-то претендует на первое место, я открыт для любого. Хорошо? Отлично. Все, Альберт, спасибо большое, еще раз поздравляю, уверенная, спасибо. Крутая победа. Спасибо. Ставь лайк и подписывайся на канал, у нас много всего интересного. Ну а если вы хотите поддержать проект Вестник ММА, а нам сейчас как раз требуется новый микрофон, то милости просим. Реквизиты карты, на которые вы можете скинуть донат, смотрите в описании к этому видео.